Уважаемые гости, компания Codirline приветствует вас. У нас сегодня с вами встреча, которая посвящена бухгалтерии. Вы видите на экране наши контактные данные, наши телефоны, наш электронный адрес, телеграм-каналы и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам оказалось неудобным время проведения нашей встречи или вы не смогли досмотреть до конца, то немного позже мы выкладываем запись нашего вебинара на сайт, и вы можете посмотреть в удобное для вас время, и, может быть, вас еще какая-то информация заинтересует. У нас там достаточно много выложено вебинаров и статей, так что милости просим. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардашева Галина, и поговорим мы сегодня вот о чем. Программа вебинара у нас сегодня посвящена начале работы с блоком продажи, то есть настройками, как организовать работу с этим блоком, какие есть новые опции, какие есть вкусняшки. И, соответственно, поговорим про дополнительные сервисы и отчеты, которые есть для этого раздела. Итак, у нас сегодня как будет построена наша встреча. Нормативных материалов, их достаточно немного. Мы будем смотреть их на слайдах и будем переключаться на демо-базу бухгалтерии. Сейчас я это сделаю. Вот. То есть, соответственно, будем смотреть и ручками пробовать то, о чем мы с вами поговорили. Ну и, соответственно, в общем-то, слайды у нас будут сегодня играть роль путеводителя, то есть мы будем смотреть о том, что надо заполнить сначала, на что обратить внимание, как настроить под вашу организацию что-то конкретное. И вот эти слайды как бы мы будем смотреть с вами тоже. Теперь переключаемся, сейчас переключимся с вами на демо-базу, но перед этим мне хотелось бы сказать пару моментов, на которые нужно обратить внимание. Мы с вами сегодня будем смотреть на релизе бухгалтерии 1С. И при запуске бухгалтерии у нас с вами становится на экране вот такая вот картинка. То есть это путеводитель по демонстрационной базе. Очень советую к нему обращаться, потому что на самом деле здесь информация хорошо структурированная. И, в общем-то, вот как вы видите, вот такой вот маршрут бывает достаточно удобный. Плюс, если мы выбираем какой-то конкретный пункт, ну, например, касса или там продажи, то у нас открываются гиперссылки, по которым мы можем перейти конкретно в тематические разделы. Ну и, соответственно, если что-то вызывает сомнения, почитать информационные материалы по этому пункту. Итак, мы с вами переключаемся на бухгалтерию. И начать мне хотелось с вами вот с такого момента. То есть вот у нас вот такая пиктограммка, домик – это начальная страница. Здесь у меня уже настроены определенные параметры, но, соответственно, если вы хотите выбрать что-то под себя, то мы можем вот таким образом перенести сюда блоки, и они будут отражаться у вас вот на начальной странице. А поскольку говорить мы с вами сегодня будем про продажи, раздел продажи, вот он, то для того, чтобы начать работать в конфигурации, нужно сделать несколько предварительных, скажем так, настроек для того, чтобы вы могли формировать уже конкретные документы. Начинаем мы с вами с меню администрирования, выбираем этот пункт. И здесь нас интересует раздел функциональность. То есть для того, чтобы использовать какие-то функциональные опции, нам надо сделать первоначальную настройку. То есть рабочее окно выглядит вот таким образом. И мы с вами начинаем с раздела «Главное». То есть это то, что у нас будет в программе, то какие функции будут отражены на экране. Нам с вами нужно выбрать функциональность полную. В этом случае у нас будут активированы все возможные блоки,
И полная функциональность нам нужна при работе с определенными видами операций. Мы до них сейчас доберемся. Соответственно, при работе с разделом продажи для нас будет важно, во-первых, выбрать виды торговли. То есть мы выбираем сначала с вами общий раздел торговли. И здесь у нас основная задача внимательно все читать и отмечать в соответствии с вашими реалиями, то есть тем, какой бизнес вы ведете, какими операциями вы пользуетесь и так далее. Хочу отметить сразу вот что здесь есть определенные разделы, которые требуют полного интерфейса. То есть это вот самый первый раздел. Главное, мы с вами выбираем функциональность полную. Тогда у нас будет полный интерфейс. Пару слов про интерфейс. То есть, когда мы с вами начинаем первые настройки, то есть это, собственно, первые шаги для работы в этой конфигурации, нам с вами необходимо установить, какой вид у нас будет рабочего стола. Если будет расположение такое, как у меня сейчас, то есть вот левая часть экрана, в ней расположено меню с подпунктами, это такой вид называется такси. А если мы с вами перейдем вот на эту пиктограммку, то здесь у нас есть раздел настройки и раздел параметры. Когда мы попадаем с вами в этот раздел, у нас есть возможность выбрать форму интерфейса. То есть сейчас у меня стоит отметочка такси. Вы видите этот интерфейс сейчас перед собой на экране. Ну, я, естественно, могу поставить форму в закладках. Тогда у меня будет основное меню располагаться в верхней строчке. То есть вот тут вот. И, соответственно, то, что мне сейчас доступно вот здесь, в этой части экрана, будет у меня сверху. В определенных ситуациях это не очень удобно, поэтому, в принципе, интерфейс такси в данном случае решает проблемы по максимально экономному размещению информации. Ну и, соответственно, поскольку у меня демонстрационная база, то у меня отладка в текущем сеансе не разрешена, а возможности есть, то есть разрешите по любому из этих вопросов. И при перезапуске, в том, что у меня, возможно, какая-то дополнительная настройка, например, что-то я сделала, дополнительно выбрала, в этом случае есть возможность выбрать при перезапуске, и, то есть, когда программа будет открываться, у вас доработки или другие какие-то изменения будут происходить при перезапуске программы. Практически больше для пользователей в этом разделе нам ничего не нужно, и мы спокойно с вами уходим дальше. А вот дальше нас интересует закладочка администрирования. То есть мы предполагаем, что вы все-таки уже первые шаги сделали в программе, ввели организацию, то есть вот я перехожу таким образом в раздел администрирования. И предполагаю, что параметры учета, сейчас мы посмотрим, что здесь. То есть, видите, здесь у нас находится план счетов, если вам нужно ввести, например, какие-то дополнительные субсчета или еще что-то, вы можете здесь эту настройку выполнить. А следующий момент, который нас интересует, то есть нас интересовала функциональность, мы посмотрели, а параметры учета мы тоже посмотрели, и мы считаем, что у нас уже создана определенная структура, то есть у нас внесены организации, с которыми мы будем работать, и настроена учетная политика организации. Я сейчас просто покажу, как это будет выглядеть на экране, но детально мы разбирать здесь не будем. То есть, соответственно, при первоначальной настройке мы с вами рассматриваем конфигурацию Corp, то есть когда можно вести мультифирменный учет, то есть у нас может быть несколько юридических лиц, которые входят в состав нашей организации, и, соответственно, у каждого из этих юрлиц создана своя учетная политика, которая отражается в карточке организации. Вот я сейчас в нее перешла. И, собственно, мы здесь задаем информацию,
которая должна быть отражена для работы в конфигурации. Хочу обратить ваше внимание вот на такой помощник: заполнить реквизиты по ИНН. Это практически проверка контрагента. Это дополнительный сервис, который доступен вам по подписке. ИТС, которая бывает двух видов, техно и проф. И если, допустим, у вас техно, то некоторые функции вам могут быть предоставлены за дополнительные деньги. То есть, например, если у вас подписка техно, то проверка контрагента для одного юрлица у вас будет бесплатно. Если у вас подписка ИТС техно, то вам придется доплатить за нее денежку. Но денежка достаточно разумная, потому что годовая стоимость этого сервиса порядка 4800 рублей. Если это разбить на 12 месяцев, то за месяц получается вполне себе дружественная сумма. Чем удобно, почему я на ней заостряю ваше внимание, это тем, что когда вы вводите вот сюда ИНН и нажимаете «Заполнить реквизиты», то программа получает данные из официально доступных регистрационных сервисов, то есть из выписки ЕГРЮ и так далее, и подставляет сюда уже правильное наименование, правильные адресные данные, ответственных сотрудников, которые имеют право работать без доверенности. Ну, чаще всего это руководитель, то есть или директор, или генеральный директор. И в этом случае, во-первых, экономится время на ввод информации, а во-вторых, уже исключены ошибки. Поэтому я вот заостряю ваше внимание на заполнении учетной политики. Это делается по переходу, вот по гиперссылке «Учетная политика», верхняя линеечка меню. И в этом случае у нас заполняется учетная политика, которая действует до следующего законодательно утвержденного изменения, которое надо отразить в учетной политике. Соответственно, у нас в этом случае для каждого юрлица будет своя индивидуальная учетная политика. А теперь мы с вами возвращаемся обратно к нашим продажам. И после того, как мы сходили в раздел администрирования, параметры учета, мы можем переходить к дальнейшим настройкам. Дальнейшие настройки у нас располагаются, во-первых, в разделе справочники. То есть здесь у нас достаточно много сведений, которые нас будут интересовать, мы к ним чуть-чуть попозже вернемся. И, во-вторых, в разделе продажи есть дополнительные настройки, которые вы видите. И, соответственно, мы сюда тоже заглянем и посмотрим, что это такое и где это должно использоваться. А мы с вами проверили, что у нас заданы наши юридические лица. И после этого, собственно говоря, мы можем начинать работать с документами и некоторые сведения заполнять по ходу формирования документа. Как вы видите, здесь есть несколько столбиков. Собственно говоря, это продажи, то есть сами документы, которые мы формируем. И есть розничные продажи и расчеты с контрагентами. Вернемся еще раз с вами к настройке функциональности. Функциональность. И вернемся вот в раздел торговли. То есть после того, как мы здесь проставили интересующие нас галочки, мы можем настроить разные виды торговли. То есть торговля у нас с вами может быть, естественно, обычная оптовая, может быть розничные торговые точки. Обратите внимание, то есть здесь вот розничная торговля, мы проставили, у меня уже стоят эти отметочки, которые требуют полного интерфейса. А комиссионная торговля сейчас, в общем-то, скажем так, это один из популярных видов торговли, потому что комиссионная торговля – это практически работа с маркетплейсами. И, как вы видите, все отметки, которые у меня проставлены, у меня касаются возможности работать на полном интерфейсе.
Собственно говоря, после этого нас интересует внешняя торговля, то есть при продаже, соответственно, внешняя торговля это в основном экспорт, то есть экспортная операция. И они имеют свои особенности, то есть в этом случае нам будет требоваться настройка работы с ГТД. И вопрос про обязательную маркировку. То есть, как вы знаете, в этом году у нас вводились новые виды маркируемых товаров, то есть это была и работа с напитками, с морсами, там со всякими другими напитками, с пивом, которое расфасовано в определенную тару. И этот список увеличивается на самом деле, то есть вводятся новые. Поэтому при выборе функциональности обязательно маркировка нужно проставить соответствующие вашим реалиям отметочки. И после того, как мы с вами походили по вот этим вот ссылкам, мы можем переходить уже в раздел продажи, то есть мы уже поставили нужные нам отметочки, и посмотреть, а что же у нас осталось из настроек вот в этом разделе. То есть здесь у нас есть раздел запасы. Если мы переходим сюда, то, соответственно, видите, у нас здесь есть путевые листы. То есть, если планируется, что у вас есть свой транспорт какой-то, то, соответственно, здесь должна быть обязательная отметочка. То есть, это может быть и развоз по собственным магазинам. То есть, собственно, путевые листы у нас преследуют цель подтвердить легальность списания горюче-смазочных материалов. То есть бензин или дистопливо, там сопутствующие материалы, которые нужны для обеспечения работы и так далее. Собственно говоря, после того, как мы с запасами посмотрели, определились, что мы все отметили, то, что нам надо, я хотела бы напомнить о том, что запасы, учет и отражение запасов у нас регулируется новым стандартом 5/2019, и там достаточно много было введено новых терминов и по определениям, и по срокам, и по суммовой оценке и так далее. Но напомнить основное, что к запасам у нас теперь относятся без указания стоимости ТМЦ, у которых срок использования свыше 12 месяцев. То есть упоминание о том, что стоимость таких ТМЦ, например, выше 40 тысяч или выше какого-то другого, ну, порога, сейчас отменены, и уже на них можно не ориентироваться. А вот расчеты, то есть это расчеты, которые интересуют нас в разрезе контрагентов, то есть наших покупателей. Ну, соответственно, расчеты с покупателями и поставщиками, зачет авансов и, обратите внимание, факторинговая операция. То есть и факторинг, и работа с самозанятым – это, в общем-то, новые сервисы, и они требуют полного интерфейса. Вот возможность работать с факторингом в более ранних релизах у нас не было. Ну, а выплаты самозанятым – это тоже уже не слишком новая тема, но, тем не менее, для того, чтобы мы могли работать с этими персонажами, нужно поставить вот здесь флажок, то есть чекбокс. И по ссылке «Учет по договорам и планирование платежей» мы можем перейти уже в более тонкие настройки и, например, конкретизировать учет по договорам и так далее. А теперь снова возвращаемся в наше меню продажи. И здесь нас будет интересовать еще один. Вот это точно новый сервис, которого не было раньше, но сервис, который облегчает жизнь достаточно серьезно. Это распознавание документов. То есть возможность работать со сканером и распознавать уже отсканированную информацию. Располагается он в меню «Сервис»,
имеет на самом деле достаточно давнюю историю, потому что распознавание документов у нас делали разные компании и достаточно давно, но стоимость таких доработок была достаточно высокой. И делали, в общем-то, сначала это были только счета фактуры, УПД. Сейчас через загрузку документов практически все основные документы, которые используются в 1С, можно через распознавание сделать автоматическую загрузку. То есть достаточно отсканировать документ. Сейчас я сюда перейду. И мы будем иметь вот такой интерфейс, где будут отражаться, соответственно, если вот мы добавляем файл, то у нас будет возможность выбрать и, допустим, распознавать те документы, которые вы ввели. Это на самом деле для бухгалтерии очень большой плюс, потому что, ну, естественно, поскольку бухгалтерия работает с первичками, то львиную долю времени занимает ввод информации из первичных документов. И если этот процесс мы заменяем распознаванием отсканированных документов, то, согласитесь, это может сэкономить не одного работника, то есть высвободить несколько работников и занять их какими-то другими задачами. Еще одно новшество, которое у нас сейчас есть, это работа с машиночитаемыми доверенностями. Мы сейчас не будем очень подробно на них останавливаться, но тем не менее сейчас такая возможность у нас уже есть. И вот что мне еще хотелось сказать. То есть вот вы видите сейчас слайдик, мы переключились с вами обратно к нашим слайдам, который показывает возможность использования сервиса проверка контрагентов, то есть это ввод информации по ИНН. Вот вы видите такую красивую картинку, то есть что нужно сделать, чтобы подключить сервис 1С контрагент. Чисто технически это сделать очень несложно, то есть достаточно оплатить необходимую сумму, или если у вас подписка 1С Pro, 1С Господи, ИТС проф, то в этом случае у вас пойдет бесплатно, и подключить для этого достаточно перейти по гиперссылкам. То есть сложности или необходимости работать при запуске системным администратором здесь у нас не возникает. Дальше слайдик мы с вами посмотрели, меню настройки. Я совершенно намеренно не брала другие разделы, то есть торговля, сроки оплаты покупателям, потому что это можно настроить по ходу заполнения документов уже когда мы начали работать. А вот дальше, сейчас я вам покажу вот такой слайдик, мы еще до него не дошли, но сейчас мы сюда обернемся. То есть, когда мы в режиме продажи, выбираем какой-то пункт, вот здесь у меня выбран пункт «Реализация», то в этом случае у нас открывается журнал документов, и через кнопку «Реализация» мы с вами можем выбрать, как вы видите, достаточно большой список, чего же мы на самом деле хотим получить. Сейчас мы с вами снова вернемся в нашу демо-базу. И вот я вам демонстрирую, если я выбираю раздел «Реализация», то вот он наш документ с вами, то есть это журнал имеющихся документов. И здесь мы видим достаточно много информации, можно вот так вот протянуть. И кроме того, что эта информация идет по конкретным документам, по этим документам мы можем, проставляя галочки «подписан», «не подписан». Ну вот, например, сейчас вот этот документ откроем. В этом случае у нас с вами установить статус документа можно очень несложно. То есть у нас заполняется шапка «наша организация», «наш контрагент». Обратите внимание, то есть если есть какие-то дополнительные либо цветовые выделения, либо какие-то подсказки, то у нас есть возможность работать с тематической подсказкой. Это вот такой вопросительный знак за каким-то полем.
То есть, что это такое, вы видите, когда подносите курсор к этому вопросительному знаку. То есть, здесь у нас сразу предупреждение, что контрагент отсутствует в базе ФНС. Ну, естественно, отсутствует, потому что, поскольку у нас демо-база, то, соответственно, и контрагенты, и другие некоторые сведения здесь сфантазированы. Ну, то есть, чтобы для примера показать, что вот так вот может быть. И, соответственно, вот у нас есть поле, где мы поставляем чекбокс, который потом отражается в журнале реализация. То есть, если у нас сразу документ подписан нашим контрагентом, то есть нашим клиентом, то в этом случае мы в журнале видим вот эти вот отметочки. И сразу видно, что, например, документы составлены, документы сделаны как надо, но, например, еще где-то в пути, то есть еще не доехал наш экспедитор до данного конкретного контрагента. Снова возвращаемся с вами в раздел продажи. Раздел продажи. И теперь нас интересует еще один момент, то есть еще одна новая функция, которая реализована в последних релизах. То есть мы с вами посмотрели виды торговли, ну и теперь у нас появился еще отдельный пункт меню, маркетплейсы и комиссионеры. То есть на самом деле комиссионная торговля, которая нам известна уже очень давно и вдоль и поперек исхожена, как говорится. А теперь добавилось маркетплейсам. Чем они отличаются? Собственно, только тем, что маркетплейсы в последнее время особенно берут на себя функции экспедиторов, то есть логистики. Это и транспортная доставка, и в некоторых случаях таможенная очистка. Ну, в соответствии с договором, с договорами, естественно, которые вы с ними заключили. Это очень удобно для партнеров маркетплейсов, потому что, во-первых, они берут на себя достаточно трудоемкую работу, и риски, которые связаны с доставкой, с таможенной очисткой грузов. И следующий момент, они, кроме того, что оказывают такие услуги, они оказывают услуги по продвижению вашего товара. То есть размещению дополнительной информации о товаре и так далее. Вот мы с вами сейчас перешли по ссылке на маркетплейсы и комиссионеры. У меня создано здесь несколько документов. На самом деле создавать эти документы очень несложно. То есть в этом случае мы используем кнопочку «Создать». И, как вы видите, достаточно большой перечень того, что мы можем при этом сделать. То есть, если мы с вами работаем с маркетплейсами, ну, например, Озон, Валберис, Сбермаркет, то, соответственно, мы оформляем документ передачи на реализацию. Это значит, что мы отгружаем товар без перехода права собственности. В этом случае у нас 45-й счет работает, разные субсчета. И уже когда происходит поступление товара на маркетплейс, тогда мы можем уже, точнее, не поступление на маркетплейс, а точнее отчет о продажах. Вот в этом случае мы можем составить уже другой документ. То есть, как вы видите, если, допустим, у нас розница, то это будет отчет о продажах, розничные продажи. Если это маркетплейс, то это будет чаще всего отчет о продажах по оптовым контрагентам или отчет о списании, то есть акт о списании в том случае, если, например, находится расхождение между тем, что пришло вживую, и тем, что отражено в документах, и возврат выкупленного комиссионером товара. То есть, как вы видите, на каждую ситуацию мы можем создать новый документ, ну, например, вот отчет о продажах. У меня сделано что-то по оптовым продажам. Сейчас мы туда войдем. И здесь есть несколько тонкостей. То есть, во-первых, мы задаем шапки организацию, контрагента. И обратите внимание, у нас есть документ номер и просто номер. То есть вот этот номер, который содержит префикс, то есть буквенные какие-то
комбинации. Это номер, который присваивает сама программа, то есть конфигурация. А вот это документ, который датирован, ну, то есть который датирован конкретно на бумажном носителе, и у него могут, соответственно, отличаться номер документа от номера, который присвоен программой. А потому что если вы, например, до этого ввели, ну, учет в какую угодно другой информационной среде, то эта нумерация может не совпадать. А номер, который присваивает программа, то есть на печатной форме или на каких-то других документах, вы будете видеть только вот этот, то есть последний номер, и префиксы у нас не отражаются в печатных формах. А если я хочу изменить этот документ, то, соответственно, я просто курсором выделяю нужный мне. Ну, например, я хочу убрать один нолик. То есть в этом случае я просто выделяю и использую обычные, ну, вот обычные средства. У меня возникает вот такое предупреждение, и я соглашаюсь. Ну да, конечно, я хочу редактировать номер. То есть раньше необходимо было выбрать, у нас была отдельная закладочка, и мы выбирали пункт «Редактировать номер». Сейчас это немножко упростилось вот таким образом. Но предупреждение у нас все равно выскакивает. Следующий момент. Нам необходимо настроить счета, на которых будут отражаться эти сведения, то есть которые мы вносим в документ. Для этого у нас есть гиперссылка «Расчеты». И здесь, когда мы переходим туда, мы заполняем табличку, то есть как мы рассчитываемся за товар, то есть счета учета. Иногда можно слышать ГФУ, то есть группа финансового учета. И, соответственно, мы проставляем здесь счета, на которых будут располагаться, учитываться наши операции, и способ зачета аванса, то есть я ставлю за кнопочку автоматически. В этом случае у меня программа будет сама анализировать, когда был аванс и когда, например, были документы товародвижения и как засчитывать этот аванс. Мы можем выбрать кнопочку по документу. В этом случае будет открываться меню со списком документов, и мы можем эти документы подбирать под наш конкретный платеж. Ну, либо не зачитывать вовсе. Когда мы в этом случае все заполнили, то у нас возникает вот такой вид интерфейса, вот такое диалоговое окно, и мы устанавливаем вид НДС. А тип цен – это отдельный справочник, мы еще вернемся туда, и, соответственно, НДС в нашем случае может быть в сумме, а может быть сверху. Но это для кого как удобнее, как вы в своем предусматриваете в своем документообороте. Если мы ставим флажок НДС включает стоимость, то, соответственно, у вас и будет происходить отражение, вот как у меня сейчас на экране. Выписывать счета фактуры сводно. Ну, например, у вас есть хлебный магазин, который ежедневно поступает, в который ежедневно поступает завоз свежего хлеба какими-то небольшими порциями. В этом случае вы можете выписать одну счет-фактуру, например, за 5 дней. То есть это законодательно предусмотрено, и вы можете использовать такой вариант. И, наконец, комиссионное вознаграждение. То есть мы можем, это у нас документ, напомню еще раз, отчет комиссионера. В этом случае мы можем прямо в этом документе рассчитывать процент вознаграждения. То есть комиссионное вознаграждение может быть процентом от суммы, не рассчитывается вовсе. И, допустим, процент от разности между покупной стоимостью и себестоимостью. В принципе, это функция, которая, ну, где-то облегчает жизнь, а где-то, наоборот, усложняет. Потому что если есть дополнительные условия в договоре вашем, то есть какие-то скидки, например, комиссионное вознаграждение уменьшается, если у вас там объем продаж такой-то или еще какие-то вещи,
то в этом случае, да, оно удобно. Если комиссионное вознаграждение, например, выставляется комиссионерам с учетом услуг сторонних организаций, то вот эта фишечка, она, в общем-то, нам не особо нужна. Здесь, естественно, мы указываем, на каком счете у нас аккумулируются затраты. То есть это может быть 44-й счет, но при торговле это чаще всего этот счет. Может быть, например, 25-й, 26-й счет. Ну, естественно, счет учета НДС. Здесь мы выбираем нужный нам вариант расчета НДС. И статьи затрат. То есть статьи затрат – это отдельный справочник. И здесь у нас, соответственно, мы можем вносить дополнительно самостоятельно какие-то статьи затрат, а можем использовать те, которые уже были предопределены. Это вот такая пиктограмма точек, тире с точкой. То есть это значит, что вот эти вот позиции уже предопределены. А там, где вот такой точечки нету, это то, что уже наше с вами творчество, то есть то, что мы наваяли самостоятельно. Значит, в этом случае я просто выбираю сюда нужный мне вариант. И дальше у нас в отчете комиссионера есть еще несколько пунктов. Ну, во-первых, реализация, то есть в этом случае комиссионер указывает, кто что у нас покупал. А во-вторых, у нас появляется еще один комиссионер, который мы должны ввести в справочник контрагентов. Это розничный покупатель. То есть, естественно, когда комиссионер продает, ну, например, Валберес, там в основном работа с физическими лицами, с покупателями, то, соответственно, в этом случае мы используем контрагента розничный покупатель. Если какие-то происходили возвраты, то есть, например, покупатель вернул бракованный товар, или ваш маркетплейс вернул вам товары, которые долго не реализовывались, то есть сведения о сроках реализации, например, уже не актуальны. Ну и, естественно, денежные средства, а вот закладочка дополнительно касается уже транспортной доставки, то есть чаще всего это, естественно, экспедиторы, когда грузоотправитель может отличаться от, например, юрлица, которое является маркетплейсом, и грузополучатель то же самое может быть отличным от организации, которая передавала товар маркетплейсу, то есть вы можете внести какого-то другого грузополучателя. В этом случае вы выбираете из справочников. Еще один момент, который при выборе хотелось уточнить. То есть, как вы видите, у меня есть показать все и есть магазин продукты. То есть, на самом деле, чем это отличается и что я должна выбрать? В этом случае у нас здесь имеется справочник. А вот здесь настройки, которые созданы уже либо вами, либо по умолчанию при установке. То есть это вот сейчас вы видите группировку мою, то есть это мои контрагенты сгруппированы вот таким вот образом, то есть банки, госорганы, покупатели, поставщики и так далее. То есть в этом случае я могу открыть папку и выбрать какое-то нужное мне юрлицо. Когда я открываю выбор, у меня вот здесь, то есть на желтом поле, что-то отражается. На самом деле здесь отражаются последние выбранные мной контрагенты. То есть если вот здесь у меня нету никакой информации, то это значит, что я просто не выбирала. То есть когда я выбираю показать все, я вижу полностью справочник. Но если у меня вот здесь пустое поле, то это значит, что я просто еще не выбирала никаких контрагентов, то есть просто, например, не работала с данным блоком. И вы должны отметить, как в книге покупок будет регистрироваться счет фактуры на возврат. То есть рекомендованный вариант, который разработчики советуют выбирать, это корректировочный счет фактура.
Ну, может быть, счет-фактура, которая получена от покупателя, то есть от нашего маркетплейса, например. Так, это мы с вами сейчас закрываем. Нет, мы не будем изменять наши данные. И еще один момент, который тоже нам необходимо сделать до того, как мы начнем массово, скажем так, работать с блоком продажи, это нам необходимо открыть справочники и поработать со справочником. То есть, как вы видите, у нас здесь основные, в общем-то, справочники, с которыми мы работаем, то есть банк и касса, покупки и продажи, то есть это меню контрагенты, дальше договора, ну, цены, валюты и так далее. Обратите внимание, здесь не так давно появился раздел билеты. То есть это бланки строгой отчетности, то есть это номерные документы, ну, например, авиабилеты, там билеты на внутригородской или межгородской проезд и так далее. И здесь у нас есть раздел «Номенклатура» и «Склады». Склады, значит, мы должны задать, ну, естественно, которые будут соответствовать нашим реалиям. И здесь у нас есть, например, основной склад, который имеет признак тип, вернее, оптовый склад. И есть розничный, например, торговый зал магазина. И неавтоматизированная торговая точка. Что такое неавтоматизированная торговая точка? Это склад, в котором не ведется номенклатурный учет. То есть сюда отгружаются товар материальной ценности в суммовом выражении, без количественного учета, поскольку сама точка не оборудована, например, сканерами, то есть не имеет возможности фиксировать конкретный товар. Сейчас таких уже, наверное, не очень много осталось, но раньше это было, ну, практически 90% таких торговых точек, особенно некрупных. Оптовый склад. То есть у оптового склада, соответственно, мы, если, например, сами заполняем такой справочник, тип склада оптовый, вот у нас меню, которое мы можем выбрать, розничная или неавтоматизированная точка. Мы выбираем цены, которые используются для этого склада, и выбираем материально ответственное лицо. Соответственно, выбираем его тоже из списка сотрудников, то есть для того, чтобы иметь возможность работать со складами, то есть создавать новые или какие-то другие действия проводить, например, инвентаризацию, мы должны до этого создать справочник физических лиц и сотрудников. То есть у нас должны появиться сотрудники. Это немножко другой раздел, но тем не менее считаем, что вот мы сотрудников уже заполнили и выбрали вот первую попавшуюся жертву. То есть это материально ответственное лицо, которое по законодательству будет обязана учитывать документы товародвижения, соответственно, составлять их в нужной форме, то есть чтобы были указаны все регалии нашего, например, покупателя, чтобы были подписи на документах, печати, ну, то есть чтобы документ был оформлен надлежащим образом. И еще одна гиперссылка – это счета учета номенклатуры. То есть мы можем, например, ввести несколько субсчетов. Ну, если у нас учет идет на 41-м счете, то у нас может быть 41, например, точка 1, магазин там 1, 41.2, магазин там рога и копыта. Ну, на самом деле, соответственно, это уже зависит от того, как мы организовали учет на нашем предприятии. И еще один момент, пока мест нет, пока мест мы отсюда не уходим. Счета учета в документах. Вот если мы проваливаемся по вот этой ссылке, то мы с вами попадаем в персональные настройки. Если мы изначально что-то забыли в персональных настройках, то дальше мы можем этот пробел восполнить и заполнить, соответственно, вот нужную информацию. Обратите внимание, что
Здесь у нас встречается вот такой термин «рабочая дата». То есть мы можем установить, что документ автоматически будет создаваться с текущей датой, а можем, например, указать, что особенно это используется, если вводятся старые данные, что мне нужно, чтобы указывалась, например, дата 1 января, если я вношу документ за задним числом. Тогда, пока я не изменю эту настройку, у меня все документы будут формироваться с указанной датой. А еще одна фишка, но это больше как бы сервисный, показывает счета учета в документах. У меня здесь флажок проставлен, то есть чекбокс. А, значит, если я этот чекбокс удалю, то сейчас мы с вами найдем любой другой документ. Вот. И вы видите, что у меня вот нижняя таблица, которая отражает ассортимент того, чего я продала. То есть, видите, документ реализация товаров и перечень, что я продала. И у меня здесь есть колонка счета учета. И, соответственно, я вижу, по каким счетам у меня отразились товар движения вот по этим позициям. То есть, видите, 43, 90, 01. Если я вот тот флажок сниму, на который мы с вами только что смотрели, то эта колоночка у меня скроется, я ее не буду видеть. Снова переходим в настройки. Дальше здесь у нас, как вы видите, больше технические настройки, то есть это лучше, чтобы делал ваш IT-специалист, но тем не менее. То есть здесь основные сведения заполняем и отмечаем ставку НДС. То есть этим мы себе чуть-чуть времени сэкономим, потому что если мы здесь устанавливаем основную ставку НДС, например, 20%, то тогда уже при заполнении документов эта ставка будет подставляться автоматически. Если мы здесь не проставим отметочку, то в документе я вынуждена буду каждый раз вводить ручками ставку НДС. Ну, просто потеряется на вводе лишняя пара-тройка минут. Так, это мы с вами закрываем. И еще то, что нас будет интересовать, нет, нам не надо сохранять изменения. Еще что нас будет интересовать, это отражение самих счетов учета, на самом деле. Где они настраиваются? То есть в старых конфигурациях у нас была дополнительная колоночка «Сервис», и в сервисе у нас был раздел «Номенклатура» и «Счета учета номенклатуры». Здесь у нас такой же, этот же механизм сохранился. Сейчас мы с вами это закроем и перейдем снова в раздел «Справочники». И, собственно говоря, вот он наш раздел «Товары и услуги» и наш раздел «Номенклатура». Здесь у меня рассортированы, ну, соответственно, товары, которые я, например, использую для производства, которые продаю. Ну, то есть это вот моя номенклатура, с чем я работать буду. И вот здесь, обратите внимание, есть вот такая гиперссылка «Счета учета номенклатуры». То есть совершенно понятно, что если, например, у меня разговор идет про внеоборотные активы или основные средства, то счет будет 0,1, там 0,4. А если я буду говорить про товары, то, естественно, у меня пойдет разговор про 41 или 43 счет. То есть делается эта настройка. Вот так я перехожу по этой ссылке. И настройки у меня будут вот таким образом выглядеть. То есть это меню, где, соответственно, отражены мои настройки. И для того, чтобы сделать новую или изменить уже ту, которая у меня есть, ну, вот возьмем, например, 10-й счет спецодежда. Как вы видите, открывается вот такое диалоговое окно, где я задаю сведения. То есть вот у меня счета учета будут 10.10, переданная в эксплуатацию 10.11, ну и так далее. То есть я могу задать, например, разные счета учета для разных организаций, для разных складов. Ну и, соответственно, тип складов у меня при этом тоже будет разный. То есть какие-то склады будут оптовые, какие-то будут розничные. И дополнительно я задаю по счета по учету НДС, по учету
Таможенную НДС, ну, то есть заполняю вот данную информацию. После этого я выбираю списать и закрыть, и у меня в журнале моя настройка будет отражаться вот такой строкой. Видите, достаточно удобная таблица, то есть она позволяет сориентироваться, что, например, вот спецодежда у меня учитывается по 91-му счету. Ну и, соответственно, вот в зависимости. Здесь вот, например, я такую корреспонденцию счетов задала только для одного своего юрлица. А если у меня юрлицо не занято, то в этом случае проводка будет действовать для всех юридических лиц. Если у меня есть вот такая строчка, то есть вы видите, здесь вообще ничего не занято, не задано, но заданы счета учета 41, 45 и 19. То есть значит, что если у меня поступает документ, для которого не действуют вот эти вот уже заданные счета, то он у меня по умолчанию для всех организаций, для всех номенклатурных позиций будет формировать вот такую проводку. То есть, так сказать, дежурный. Дежурный по умолчанию. Сейчас мы отсюда с вами выйдем. А, и еще вопрос, который тоже часто возникает, особенно на первых порах, типы цен и вид номенклатуры. То есть вид номенклатуры мы задаем вот по этой ссылочке, и, соответственно, у нас могут с вами быть, видите, достаточно большой перечень, у нас могут быть материалы, у нас может быть сырье, полуфабрикаты и так далее. То есть это дополнительная аналитика, которую мы создаем самостоятельно. Вот по кнопочке «Создать» мы тут ваяем все, что достаточно часто приходит в бухгалтера. Но обратите внимание вот на что. Если вот здесь в окошке «Услуга» мы проставляем чекбокс, то есть вот такую зеленую красивую галочку, то в этом случае у нас для вот этой конкретной позиции отключается количественный учет. То есть, если это услуга, то, соответственно, у нас не будет вестись количественный учет. Если эта галочка не стоит, то предполагается, что это ТМЦ, которые имеют количественный учет. Ну, то есть, допустим, у нас может быть продукция там в штуках, в тоннах, в каких-то других единицах измерения. Но если у нас, например, погрузо-разгрузочные работы, то здесь мы должны поставить отметочку, что это услуга. И нет, это нам не надо. И еще установление цен. Значит, во-первых, установление цен, ну, практически это для любой торговой организации достаточно серьезный момент. Первоначально, что мы должны сделать, это установить цены, типы цен номенклатуры. У меня вот такая разбивка: закупочная, оптовая и розничная. В этом случае я задаю в типе цен, кроме наименования, ну, во-первых, включает или не включает в себя НДС и правила округления. То есть, как вы видите, то есть, если я проставляю весь флажок, то у меня становятся активными вот эти окошки, и я могу здесь выбрать какую-то цифру. То есть, например, мне надо установить до целого числа. Значит, я выберу вот этот пункт. Округление до копейки и так далее. И дальше, по каким правилам я это буду выполнять. То есть, всегда в большую сторону или по арифметическим правилам. Ну, чаще всего, конечно, на практике выбираю всегда в большую сторону. После того, как мы заполнили этот справочник, то есть установили типы цен номенклатуры, мы можем с вами уже устанавливать конкретные цены. Например, мне надо для склада там оптового установить вот такие оптовые цены. То есть, естественно, здесь вы можете выводить вручную и определять оптовые, любые, не только оптовые, то есть тип цен, например, для VIP-клиентов, там с максимальной скидкой или еще какие-то другие виды, которые у вас используются. Так,
Если вы работаете с алкогольной продукцией, то есть с маркировками, то, соответственно, нужно будет зайти вот сюда и точно так же через кнопочку «Заполнить» записать сюда нужную информацию. Обратите внимание, что для работы с маркированной продукцией вам необходимо будет сделать дополнительные условия, дополнительные настройки для работы с честным знаком. То есть, во-первых, зарегистрироваться там, сделать свой личный кабинет, ну и, естественно, настроить документооборот, чтобы отражать движение марок, там, поступление, выбытие, снятие с учета, выбытие из учета и так далее. Так, это мы позакрываем, мы не будем сохранять никакие. Так, у нас уже мало с вами времени осталось. Значит, мы не будем сохранять эти настройки, а пойдем мы с вами еще вот куда. То есть после того, как мы вот эти настройки с вами выполнили, мы сходили в администрирование, выполнили настройки параметров, мы сходили в справочники, выполнили настройку номенклатуры, типов цен номенклатуры, видов складов и так далее. Мы с вами попали в меню продажи и создали нужные сведения, то есть нужные документы. После этого мы с вами можем посмотреть отчеты. То есть на самом деле отчеты у нас располагаются и отдельные есть раздел отчеты, и в каждом подразделе у нас тоже есть блок отчеты, который отражает определенные виды отчетов. Но здесь, то есть в разделе у нас в основном сгруппированы отчеты, которые касаются именно этого раздела. Вот если брать специфические отчеты, то в разделе продажи у нас есть вот несколько специфических отчетов. Ну, во-первых, продажи по контрагентам, по номенклатуре, это понятно, это используют все. Но у нас есть еще вот такой товарный отчет, ТОРГ-29. Используется он, то есть это документ, который очень давно используется, еще со времен социализма. И, собственно говоря, используется он для розничной торговли, для контроля остатков в розничных торговых точках. В этом случае составляется он с определенной регулярностью, зависит от того, как установили в приказе, например, в местных локальных актах. Он может составляться еженедельно, допустим, ежедневно, ну, то есть любая периодичность, которую закрепили в локальных нормативных актах. В этом случае мы задаем определенный период, нажимаем «Сформировать», и у нас отражается отчет по конкретной какой-то розничной точке или группе розничных точек. Это унифицированная форма документов, то есть она отражает остаток на начало, который был в вашем магазине, плюс то, что вы туда завезли, и минус выручка, которая была сдана из магазина, ну, соответственно, остаток. Почему я останавливаю ваше внимание на этом отчете? Потому что для того, чтобы провести инвентаризацию в торговой точке, на складе, в магазине, в палатке, ну, то есть без разницы, в какой торговой точке, необходимо для того, чтобы результаты этой инвентаризации были легитимными, необходимо составить товарный отчет, вывести остаток, который должен быть на момент проведения инвентаризации, и после этого уже составить инвентаризацию, которая выведет фактические остатки. То есть в противном случае ваша инвентаризация, что, кстати, встречается достаточно часто, но у некрупных юридических лиц или некрупных компаний. То есть понятие инвентаризации сводится к тому, что на коленке составляется перечень того, что находится в торговом зале, и потом вы, например, из программы формируете остаток по там 41-му счету и сравниваете с тем, что написали на коленке. Вот в этом случае это ваш внутренний, абсолютно внутренний документ, который отражает
Ну, фактически только наличие товаров в торговом зале. Предъявить претензии по, например, недостаче вы не сможете, потому что при составлении инвентаризации, документов инвентаризации, на титульном листе дается расписка, что все документы о приходности, денежные средства сданы. В этом случае остаток, который дается в этом отчете, должен соответствовать действительности, которую вы перепишете на коленке, на листочке. Если товарный отчет не составлен, то, соответственно, предъявить официальные претензии вы не сможете, потому что вы не сможете подтвердить возникновение той цифры, которая отражена в инвентаризации. Так, это мы с вами закрываем. И у нас с вами остался еще один очень интересный момент. То есть меню продажи, это понятно, вы получите отчеты, которые там перечислены. А вот у нас есть еще группа отчетов, которые, ну, скажем так, может быть и не тематические, больше управленческие, но очень полезные. Расположен этот пункт в разделе «Отчеты». И вот, как вы видите, группа отчетов, которая обозначена как анализ учета. И в первую очередь мне хотелось показать вам экспресс-проверку. То есть экспресс-проверка – это больше управленческий отчет, который на самом деле нигде больше в программе не дает возможности проанализировать показатели. То есть, во-первых, задается период, выбирается юрлицо, и вот через настройки я могу посмотреть, что я анализирую. То есть учетную политику, то есть больше отчетов по учетной политике у нас нигде нет, и они не анализируются. Анализ состояния бухгалтерского учета, кассовых операций. Ну, то есть вот вы видите, я могу, допустим, ведение книги покупок развернуть. То есть если я хочу только посмотреть, что меня интересует, на все ли есть документы счета фактуры, то можно так. Но если в свернутом виде, то это весь целый комплекс. То есть после того, как я провела вот эти вот настройки, я нажимаю «Выполнить проверку». И мне формируется очень удобный отчет. Вот видите, то есть положение учетной политики. Где-то я 2 раза косякнула. Я открываю расшифровку и смотрю, что ага, вот что я, где ошиблась, использование счетов учета отложенного налога. Я смотрю и вижу, где конкретно, ссылка на какой конкретный документ, я могу зайти его и исправить. То есть здесь у нас с вами, как вы видите, проходит, в общем-то, анализ и учетной политики, и каких-то системных ошибок, и бухгалтерского учета, что самое удобное, потому что, вот видите, бухучет я вела отлично, зайка, никаких ошибок у меня не обнаружено. А вот введение книги покупок у меня сильно хромало, ошибки есть. И ошибки у меня были конкретно в вычете НДС. Причем здесь анализируется и нумерация счетов фактур, допустим, или других документов, и соблюдение кассовых лимитов, и фактически полноту формирования записи там, книги покупок или книги продаж. А еще один отчет, который тоже очень интересен. То есть вы видите, здесь есть учета по налогу на прибыль, по НДС, по УСН. Очень удобный отчет у нас есть по НДС, потому что вот в этом случае он формируется вот таким образом. То есть по кнопочке «Сформировать». Организацию не выбрал, пусть будет вот так вот. У нас анализируются все сферы, где у нас упоминается НДС, то есть и зачет авансов, и налоговые вычеты. Ну, то есть, видите, вот такая удобная форма. И примерно так же выглядит у нас с вами анализ учета по УСН. Вот по УСН это очень удобно тоже, допустим, вот пусть будет конфетпром у меня. По УСН тоже очень удобно, потому что позволяет проанализировать, правильно ли сделана запись в книгу покупок. Если вдруг неправильно, у нас есть еще одна тонкость, здесь есть
как бы раздел, который позволяет внести ручную запись книги покупок. Если вы вдруг совсем заблудились, то можно внести ручную запись, сдать декларацию, а потом схватиться за голову и полезть искать, где была допущена реальная ошибка и как ее исправить. К сожалению, наше время подошло к концу, поэтому мы с вами закрываем нашу программу и возвращаемся к слайдикам. Как я уже сказала, у нас вот вы видите слайды, где мы, собственно, с вами проходили. То есть мы были в маркетплейсах, в распознавании документов, и это больше, в общем-то, как путеводитель, то есть пиктограмму, которую мы с вами смотрели с самого начала, то есть куда нам идти и в какой последовательности. Надеюсь, что такой путеводитель вам поможет проверить, что вы уже сделали, а что, может быть, пропустили и так далее, чтобы вы могли вернуться. На самом деле все настройки, которые вы выполнили практически, можно изменить, то есть можно вернуться и добавить, если вы что-то упустили. Только нужно очень внимательно читать везде, во всех разделах, где нам надо проставить чекбокс, обычно стоят пояснения под полем, на которые надо обратить внимание. То есть основной лейтмотив начального заполнения – это читать то, что вы отмечаете, думать, нужно вам эта операция или не нужно, потому что в случае чего к ним можно вернуться потом позже. Ну и не лениться заполнять полностью всю информацию, все поля, которые есть, например, в карточке контрагента или в карточке организации, потому что в последующем поле, оставленное пустым, будет обозначать, что вам придется в каких-то документах применять ручное редактирование, то есть вставлять в пропущенное поле информацию ручками. Естественно, это замедляет операции и увеличивает время на оформление. И последний слайд, который мне хотелось бы вам показать, это вот такой регистр налогового учета. Располагаются они у нас в разделе «Отчеты» и регистры налогового отчета. Это налог на прибыль. То есть, как вы видите, вот здесь у нас будет, ну, не только касательно налога на прибыль, то есть вот у нас будут отчеты регистра учета малых предприятий, но сказать хотелось бы вот что. Соответственно, вот если я открою регистры налогового учета, у меня вот расшифровка этих регистров, но это, скажем так, больше, наверное, скажем так, не то, что спасательный круг, а это, в общем-то, когда вы уже освоились с программой, когда вы понимаете, где что найти и как что сформулировать. То есть, по-хорошему, в пользовательском режиме бухгалтеру в регистры лучше не лазить. Практически все регистры формируются по движению документов. Если вы правильно составили документы, если вы все сделали верно, то у нас есть документы для оформления абсолютно всех операций, в том числе, например, корректировка задолженности, корректировка там поступления, корректировка реализации, то есть возможность исправить все ошибки, которые вы допустили, у нас есть как через документы, так и через меню операции. То есть меню операции у нас с вами это содержит операции, введенные вручную. То есть это тоже документ, который содержит определенные сведения и печатную форму. То есть это бухгалтерская справка. А вот лезть уже туда, куда мы с вами посмотрели, налог на прибыль, регистры, вот это не стоит, потому что в этом случае вы наваяете здесь что-то свое, чаще всего по зоопарке представления отчетности, и потом не будете знать, где найти концы. Мы с вами снова вернулись в наши слайдики, и снова я хотела бы вернуться к титульному листу, обратить ваше внимание на наши контакты, телеграм-канал, наш сайт, и пригласить вас к сотрудничеству. Компания Кодерлайн выполняет абсолютно все услуги, которые связаны с семейством программы 1С.
И мы будем очень рады сотрудничеству, приглашаем вас, будем рады оказаться вам полезными. На этом разрешите закончить нашу встречу. Благодарим вас за время, которое вы нам уделили, за внимание. Всего вам доброго.